Это второй этаж. Это, по-моему, уже третий этаж. А, это третий этаж, да. Это третий этаж. Сцена. Сцена, сцена. Кому-то что интересно. Тут, в общем, целый день переходить, не переходить. Я уже устала. О, US-пола. US-пола. Да, здесь очень много магазинов. Здесь очень много магазинов. Очень мало народу. Я потом скажу, как он называется. Он действительно хороший, как бы в Риеке. Да, в Риеке он. Это если вот в Риеке ехать, то вот, наверное, такой большой. Там и было обозначено, что это самый большой. Вообще заходить я не могу. Так, ну что, куда мы идем дальше? Теперь мы идем, возвращаемся туда. Идем наверх, еще последний этаж. Вообще-то мы хотели где-то покушать, да? Чтобы покушать, ничего не находим. Здесь продуктового, по-моему, нету, да? Я не видел. И я не видела. Если на первом этаже, то тут как мы зашли, не знаю, там. Вообще пусто, просто пусто. Еще какой-то пассаж. Сейчас покажу цены. Цены внизу в кунах, наверху в евро. Скидки. Это что за магазин? У нас такого нет. Да, какой-то непонятный. Это этот... Что делать? Ауру. Ауру это. Погнали здесь теперь. Ты не понимаешь. Шоколадки, мёды. Мёды, шоколадки. Сладости. Ручная работа, наверное, да. Слушай, ну я хотела вот эту, что здесь мыло, не мыло, лимончелло, 24 евро лимончелло, может это итальянское настоящее? Это будет. Ракия такой наборчик. Смотри, здесь ракия наборчик. Виска, трантататами. Ну, цены бешеные. Нет, ну это как сувенирный. Почему бешеные? Нормальные. 24 евро. Вот. Одна стоит ракия. 4 евро. Ну, возьми такую ракию. Ну да. Но она сувенирная, да. Я еще понимала, какая из них что значит. Медициница, биска, тиранина. Не понимаю. Ну что, будем брать? Нет, нет. Нет.
только не будем целую эту коробку, она нафиг не нужна, эту. Две штучки возьмем. Возьми, если хочешь. А какую? Абсолютно без разницы. Больше ничего не понимаю. Вот здесь же пробовать, дегустировать можно. Видишь, здесь дегустировать это дело все можно, оно все продается, да? Два варианта, такая цена, в подарок. Да, подарок хорошо. Там еще есть вон на этот, на подарок такой. Вот смотри, такая есть, она поштучная, но это чисто говорю, домой так, да, как сувенирная. Ну, в смысле сувенирная. Помнишь, мы уже как-то взяли в Черногории сувенирную? Нафиг нам этот сувенир нужен? Не знаю. Ты будешь маленькие брать? Потому что я снимаю. Мне нужно, не надо мне. Ну, я попробую. В магазине. А там в магазине таких я не видела. Ты можешь достать, да? У меня рука занята, нет? Слава богу, справишься, хорошо. Хоть с чем-то справишься. Это хани мед. Берем мед, да? Может обычную и тогда мед, да? Да, такие две. Вот одну такую, да? Да? И печеньки тут. Это я показываю. Шоколад этот с этими лавандовым шоколад. Можно попробовать. Не знаю, шоколад как шоколад. Не, вкусный. Но с лавандой не с лавандовым. Скетчерс. Еще камеру перевернула. Такие же цены, как у нас. Шурик! Шурик! Что у меня там? Ты меня ищешь? Так а что ты меня там ищешь? Ну пошли быстренько уже.
Вот здесь, наверное, какие-то эти есть. Я посмотрю, что тут есть. Сейчас еще съездим на верхний этаж. Это уже, наверное, последний будет. Я так думаю. Ну ты купил? И там и еще есть один этаж. А, и еще один. Знаешь, он пятиэтажный. Да? Шести. И нет, он шестиэтажный. Ну да, он большой. Он большой. Большой. Тебе там не дали еще презентика? Це какой-то тесак. Не знаю, что это такое. Це. Может быть, наверху там еда где-то есть. Хотя вряд ли. Что я сомневаюсь, что там еда есть. Резервит тут. Я быстренько заскочу и выскочу, да? Я не буду долго. Я не знаю, может, у нас такие же цены. Я уже в этих магазинах. Может, подешевле. Просто здесь вот такая цена. Да? Центр большой. Булочка такая, вот такая цена. Вот такая ничёшненькая. Джинсики такая. Я просто смотрю в эту самую. Я на шмотки не смотрю, вижу, где цена, просто показываю как бы. Что я сейчас буду все рассматривать детально, то времени уйдет капитально. Штанишки такие летние. Так выглядит, да? Не, невозможно. Слишком времени много. Такие штанишки. 45. Булочки по 3 евро. Такие обычные хлопок. Сердечками тут какая-то со скидкой, вообще со скидкой. Слушай, наверное, пошли наверх уже. Я не там дальше такие же эти. Тут Сити, Макдональдс, там все можно видеть. А, да? Это да, потому что дальше туда. Сколько время уже? Что это сейчас? Ну вот мы приехали, мы уехали во сколько? 11 был. Уехали 11 было, а сейчас уже. Food City у них. Посмотрим, что у них. Food City пицца, сэндвич, пекарская, что-то пироги. Потом эти хот-доги, гамбургеры. Здесь есть из жидкого что-то. Супы, что ли, какие-то. Первый и второй. А, да, здесь есть вот как столовка такая, блин, видишь? Угу. Там есть что-то тоже. Мюллер. А это что за Мюллер? Это не продуктовый, кажется. Нет, он не продуктовый. Продуктовый? Да, он продуктовый. Ладно, потом тогда в этот Мюллер зайдем, да? Да? Угу. Ну куда пойдем-то? Надо что-то покушать, я не могу уже.
кушать хочется что-нибудь. Ладненько, мы покушаем. Дальше пошпилим. Макдак обычный. Макдак. А там что такое у них? Там барчик у них. Тут, наверное, даже где курить можно. Может, еще кинотеатр, не знаю, а что здесь дальше уже. Здесь Макдак, а здесь у них что, типа барчик курить можно, да? Там за углом какая-то фигня еще была или есть. Можно посмотреть, что такое. Нет, тут не кушают. Нет. А, вот курят. Вот бар. Нет, это бар. Тоже бар. Это бар, да. У них еще можно курят. В помещениях курить, да. Специальный вот вам барчик. Пошли тогда туда. Да. О, Господи, смотри, что там на улице-то творится. Пока мы тут с тобой гуляем. Там же ливень льет. У нас хорошо машина внизу на нижней парковке. А знаешь, там такой ливень. Я ж погоду смотрел только нашего города. Да, смотри, какой ливень видно, такой просто поливает капитальный. Вот так вот. Как хорошо, что мы сегодня не на пляж не пошли. А у нас там дождя не обещали. Да? Да, это же здесь. Подальше. Ладно, так, вот так вот. Все, мы идем кушать.